Здорово, ребят, с вами Леонель Джустиньяно, и это очередной выпуск по игре NHL 17, рубрика «Путь к первому дивизиону, путь к вершине в хоккее Ultimate Team». В прошлом выпуске мы закончили тем, что прошли в шестой дивизион, то есть обеспечили себе досрочный проход. В общем, получилось так, что я поиграл тут две или три игры, я не помню, две, по-моему, выиграл игру за титул. Сейчас мы играем в шестом. Отыграл здесь одну игру, выиграл ее тоже. Ситуация такова, что до удержания в дивизионе под номером 6 нам нужно 7 очков. Выход в пятый див нужно 10. И до титула 12 очков. Ладно, давайте не будем долго разговаривать и попробуем найти нашего первого соперника. Пиздец, чуваки, мне гол забили, блядь, у меня джойстик сел, ебануться. Бобби Хау открывает счет, ладно, блядь, хорошо. Добрый вечер. Гальчинюк шайбой, Гальчинюк. Ох ты, блядь, шайба остается в зоне. Блядь, Хорнквист, Ватанен, все с шайбы с ним, все, блядь. Вы понимаете, о чем говорят все эти люди? Я нет. Майкл Модано у него. Ебать его в рот в мой состав. Пиздец. Бросок поворотом. Продолжаем давить мы. Продолжаем прессинг. Прессинг. Открыть. Заходим, да, заходим в зону. Кузнецов. Опасно. И что, машина под названием Роберто Лунга опять завелась? Правильно я понимаю? Сет Джонс на Хорнквиста. Кузнецов и гол! 1-0. Простите, точнее 1-1. 1-0, Евгений Кузнецов забивает шайбу с передачи Патрика Хорнквиста и Сета Джонса. Все начинается заново. Гальчинюк, возня тут такая возле наших ворот. Но все спокойно. Саад. Вижу я подключение справа. Да. Отдадим на синюю линию. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, блядь, ну что это такое было сейчас, Нисканин? Ты чё, блин? Ты где был? Ты в зоне должен дежурить, а не за синей линией. Хартер. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну это, блядь, говно. Это говно. Пастерняк. Ну, такое. Так долго мы старались забить эту шайбу. Было у нас больше моментов. И просто наш соперник создает один момент, один гол. Не знаю. 100% реализация, можно и так сказать. Ух ты, нихуя себе. Вот это да. Картер проверил каркас наших ворот. Звук у него неплохой. Где шайба? Вижу подключение в виде Боткера. Блять! Штанга! И да. Гендл. 3-1. Печаль, беда, пацаны. Третий период, ребят. Модано и Кузнецов на точке вбрасывания. Играем. 3-1. Нам терять нечего. Нам нужна атака. Нам нужна победа. Сибрук. Да что ж такое-то, блядь? Могучий щелчок. Второй подряд от Йендла. И счет становится до неприличия разгромным. 4-1. У него более массивные такие, скажем, игроки. Более мощные. А у нас более скоростные, более мобильные. У нас больше игра в пас. У него скорее такая силовая. Скажем так, сборная Канады сейчас против сборной СССР или сборной России играет. Бросок! Шайбой выходим 2-1. Сибрук! Сибрук! Гол! Гол! Женя Кузнецов, дубль! 3-2! 3-2! А не пойти-ка бы тебе нахуй! А, блядь, прости, 4-2. Обрадовался я. Ну ладно, 4-2. Мы боремся. 10 минут до конца. Нельзя позволять сейчас вновь щелкать нашему сопернику.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Опасно! Спасает сейчас нам Джейк Аллен, просто спасает. Потому что сейчас могло, по идее, все могло закончиться. Шайба в меньшинстве, это был бы просто полный пиздец, и все. 4 минуты до конца. Опасный кистевой бросок. Бросок, где шайба? Да-да, где она? Я думал гол, честно говоря. Я думал уже гол, я там обрадовался. Ладно. Ну, я все-таки считаю, что игра была равная в определенных моментах. Да, наш противник был лучше, в определенных моментах были мы. Мы извлечем из этого урок. Спасибо тебе, чувак. Идем дальше, выбираем своего следующего соперника. Ну что, ребят, какая днища? North Star, Филадельфия против Торонто. Летчики против кленовых листьев. Погнали, погнали играть. Погнали выигрывать. В ближний угол бросок. Где там вратарь? Вратарь контролирует пространство. Сад, еще бросок будет. Еще один. Патрик Лайн раскатывается. Обыгрывает. Марло. Штанга. Первый опасный момент у наших ворот. Счет 1-0, чуваки, счет 1-0, круто, мы ведем. 1 на 1 выходит. Блять, да сука, бросить же хотел. Ёб твою мать. Ладно, играем дальше. Играем дальше. Ой-ой-ой. Шайба остается у нас. Морган Райли. Кистевой бросок. Гол! Нет, не гол. Не гол. Так, чё? А чё было-то? Сет Джонс кистями бросил. А чё было-то? Так. Нет, не засчитали гол. Хуёво. А, все, я понял. А, походу, игра высокоподнятая клюшка там была выше ворот. Клюшку поднял Бодекер. А, потому что если Сет Джонс, я думал, вначале Сет Джонс забил. А Бодекер рикошет сделал с помощью клюшки. И, собственно, гол не засчитали. Потому что по правилам так нельзя. Опасно! Саша Радулов, бросочек! Гибсон! Гол в девятину! Радулов. Не засчитали первую шайбу в большинстве. Засчитают вторую. Фолк, Джастин. Где шайба? Опасно! Я уже думал, все, гол там, по-моему. Заползал. Еще опасный момент. Продолжает обстреливать с дальних дистанций нас Филадельфия. Сутер в основном и Джастин Фолк прикладывают к этому руку. Сет Джонс, нихера себе. А покажи скорость, Сет. Обыгрыш. И выбросить, да, выбросить шайбу. Спокойно. Второй период закончен. Филадельфия, Торонто. 2-0. Кистевой бросок, Гибсон. Джонс. Будет нарушение. И нужно максимально... Гол! Сет Джонс! Отложенный штраф! Хотел я сказать, нужно спокойно проконтролировать шайбу. Спокойно забить. Не нужно ждать нашего соперника, пока он возьмет шайбу. А нужно забить 6 против 5. И мы это сделали. Конечно, после предыдущего соперника, который... просто вам, нам вообще ничего не давал сделать, как бы с этим играть, вот просто, честно говоря, на удовольствие. Ну что ж, всех с победой, я могу сказать. Что еще? Давайте, может, попробуем еще одну забить. Гибсон в этот раз на месте. Да, все, Джейк Аллен отстоял на 0, сделал еще голевую передачу. Отличный матч провел сегодня. Подводим итоги. Ну что ж, чуваки, вот падают нам монетки.
Хороший выпуск, как обычно, сегодня получился. Выиграли один матч, один проиграли. Заработали 4 очка. До удержания, как и говорил я, в шестом диве еще 2 победы. Было очень интересно играть. Мне понравилось играть с первым соперником. Он реально был очень сложный. Он был очень тяжелый. Такой в защите он просто великолепно играл. Хотелось бы сыграть с ним еще раз. Ну что ж, хочется сказать всем спасибо за просмотр. Оценивайте, подписывайтесь, как всегда. Ставьте лайки, комментируйте и прочее, прочее, прочее. С вами был Лионель Джустиньяно. Всем спасибо еще раз. Пока.